Все можно агрить, Реш. Кстати, отключите. Да, это... Да, что-то с танками не то ли с напылом дал, две бури умер. Лэнси, поднимаясь, тела. Каба, напуливай на Покланского. Давайте заново. Не бафы. Так они же вихли были. Не, это не те мобы. Да их тоже дают вихрь. Но они не смертельные. Играйте в звездочку. Быстрее звезду слить. Поменяли цели. Переместились справа, бейте звездочку. Это нехороший человек опять агрит. От кружочка отбегаем, играйте. А не, кружочек бьем и звезду добиваем. От черепа отбегаем. От черепа отбежать. Отбежать от черепа. Играть в кружок. Кружок играть. Притяните кружок. Олег, есть такая теория, что когда бьешь носительницу смерти и милишные петы, то есть ДКшные или там хантовские, они за спину забегают и поэтому агрится следующий трэш. То есть милики-то вам бьют в морду, а вот петы сами по умолчанию за спину забегают. Да есть легенда еще такая, что нехуй лезть куда попало. Это тоже очень не агрится. Убивайте какой-то череп, ждем, пока кровь подойдет дальше. Или это дерьмо пофиксили уже. Где там этот крок? Не вижу. Должен вроде пройти вперед, быстренько. Да вон он бегает, мобов бьет. Блять. Вот он. Так, будем бить кружок, ДК притянет его на нас. Всех кружок, да. Молодец, Сова. Спасибо за бок. Не следующий. Кружок. Чем быстрее бьем кружок, тем быстрее остальной трэш бьем. Не надо АУЕ заливать, это дерьмо. Видите, всегда же РДД врывались в трэш, а милики били этих полководцев. Ну, если все эволюцию в одного моба, это будет быстрее. А потом можно будет и остальной трэш всем заливать. Понимаешь, чем он? А если два милика в рейде были? Или два РДД? Значит, РЛ дебил, если такой рейд собрал. Вроде не забагалась. Сейчас прибудет ее подкрепление. Кого хилы есть, плюсик. Хилы на Вальку, прохилить Вальку. Ой, Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного авангарда, и служите. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Клонский подводит трэш под Вальку. Забили трэш, куда пошли? Два шамана со мной, летаем, хилим Вальку. Чады УДЦ, давай гимна маны.
Альтея, давай теперь ты. Порядок, если контр... Пойдем за звездочкой. Танки погнали. Темы поставьте. Тысяча подавителей слева. Приоритеты в мобов подавление и черепок маг. Шеду ДЦ диспель болезни с рейда. Не магию, а болезни. Это важно. Право будем собирать порталы. Ульюс, ты что, плохо понимаешь, походу. Это не так с тобой. Слева будем. Тотемы. Тотемов нет опять. Мы кастуем долго. За мной. Подавление справа. Справа будем собираться в кучу порталов. Огненный справа. Порталы зашли. Еще одни порталы и рост. В центре будем собираться. Слева снизу много подавителей. Давайте в центр все. Темы не забудьте. Давай рост. СДПР, гимна ХП. Уделяй вальп, гимна ХП. Позырь тоже гимна ХП. Альтея. Подавители бейте. Не толстые, подавите. Лепец с гимна ХП. Сейчас подавление. А не буду уже. Даруй мне силу, покой. Поднимайте актуалы.
Окрик. Осталось полчаса нам посидеть, потом можете повыкашить. Полчаса вкашить можно, да? Полчаса посидеть, потом повыкашить после меча. Че, резко не будешь собирать, что? Покурю. Я тоже хочу. Покуришь потом. Трэш с Андреем ведем. Сейчас набью 1.5 миллиона, пойду покурю. А два. Кольцо, да. Вот это лагает. Сакру. Все, двоечка есть. Даже троечка. Thank you.
зайдите все в комнаты. Альдеран, подходи. Кушаем рыбу. Бафаем кота, кулак, каску, христобаф лапу. СС раскидайте заново на Шеленсе, на Халисе Лассе. Флаг попету, да? Офните коня. Танки начинаем. Уберите, пожалуйста, Фрост ауру. Ауру на лед. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Тяжко. Беги, малышка! Убежали. Да. Олгейм, спасибо, скажи сакой моей метки вперед. Все для вас. До 200 тысяч без дот. Сзади оббежали, сзади падает, оббежали. Так, немного подбить крайнюю слева, 340 тысяч. Крайнюю справа, там 350 тысяч. Кто эти крайнюю левую, не трогай. Крайнюю справа подбить всем. Четыре хила, три хила освобожденка. Так, на этой притяжке поклон скидаешь сакру. Беги, мама, побежали. Беги. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Метки. Метки вперед. Вот и метки. Прятались. 200 тысяч без дот. Оббежали. Справа падает. Центральные не бить. Сзади падает. Оббежали. Оббежали. Опять обижали по центру.
Все, сейчас будем подбивать все метки. Отбили. Три метки под босса несем. Сейчас будет фаза, все метки под босса несем. Рост давайте. Никто ничего не стакает больше. Нелики, отыщи. Слить метку мою. Следующий под босса. Уголы под босса. Прожми срезку. Божественная защита. Метку не бейте. Там притяжки. Следующую метку под босса. Лэнси кожу прожми, милики отошли. Метку слить. Каба под босса. Милики отошли. Под босса и срез милики отошли. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Под босса Альтея. Милики отошли. Тучку прыжли. Стоим, ждем притяжку. Каплику тебе дал, сакру дал, поклонский. Мастер ауру дал. 0 урона. Длинухи под босса. Нет, метку. Под босса следующую. Опять возвращайся. Тоже последнюю метку под босса. Пошли, милики. Добиваем босса. Торону. Торону уноси. Клык хотел или что? Тальком хотел. Наверное. Так, по тактике чек. Нет, не падала. Лень, станешь кружок, лидеран, ромбик, плоские трусы. Качанжешь стан, да? Да. Отлично. Остальные по команде станем. После лича зачаришь уже. Так. Кушайте рыбу. Престыхан, ты бьем шары на переходках. Пытки кастуем валик. Уходим с лужи на дистанцию, когда идет осквернение. Идем в шедо ДЦ и запускаем.
Милики в квадрате, РТД в звезде. Шедо ДЦ ты диспелишь чуму на 3 секунде. Кто-то не выбегает, диспелишь его, проблема, получит ГП. СС сейчас никому не давать, вообще никому не давайте. Откатится, я скажу, на кого. Чек на пул. Стаю выключи, Тихон. Патергейза запускаю. ЛТ, ты не там стоишь. Выучи тактику для нашей гильдии, где РД зона стоит, где мили зона. Тотемы поставьте, где НПЦ сейчас стоит. Быстрее, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через заключение сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей... Коша до урези стоит, уберите. Милики, ловушка, перебежали. Первый шаркающий, Поклонский, ты его станешь полностью. Сейчас мне тут кинуть, чума, одна секунда. Найс фриз, выноси чуму. Кали, селася, подымай. Лука, побежали. РД, ловушка. Бафа по Луку. Ловушка, смотрим. РДД перебежали, чума 5 секунд будем наносить. Альдеран, чума. Ловушка, смотрим. Милики, ловушка, перебежали. Сейчас вылезет второй шаркарь. Каба, ты снимаешь иступление с него. Кину ромбик на него. РДД ловушка перебежали, чуму сейчас будем выносить. Али Селаси, выноси, ромбику выступление снимай. Смотрим ловушку. РДД ловушка перебежали. Капельку давать тебе? Не понял. Могу. Скажите детали смерти. Было иступление на шаркаре. Абсорб 90. Там 99, да, там пиздец. Это походу ревностный был. Заабсорбил, потом 59 тысяч. Потом еще 90. Сука, по сотке тупо две плюхи. Ну, Поклон, ты там живой, нет? Поклонский, смотри за ромбиком. Если на ромбике по КД иступление будет, то я кидаю ГП ханту. Если это будет. Так ханта вообще два. На, Хакс, тоже снимай иступление. Нормально, не так лупят, блять. Там нужна реакция хорошая, чтобы прям сразу снять его, когда он кастует. Макс не пиздел, походу, смотрите. Сказал, что снял с ромбика рассеивание только на хабе. Какой-то вранье. Лудик, еще раз умираешь от того, что агришь трэш, я тебя сразу кикаю с рейда. Меняй на другого человека. Там он нет? Эрдру.
он может был выстрелить нах вот этот, но попал вперед выстрел хабы, то есть такое тоже может быть. Сейчас с Поклонским там трэш починили. Вроде я тебе сказал, кидал логи. Лудика, ты не должен бить вурдалак. Давай еще 200 тебе сверху за разговоры. Держи. Ресните еще раз. Ты, блядь, как судья в футболе, нахуй, не нравится, что тебе претензии предъявляют. Все правильно буду говорить, должен трэш забирать за протопалом, который идет на РДД зону. Не, ну он может идти на РДД зону там на магов, но я не понимаю, как он на лока может идти. Мафы тирает. Просто в лича бьешь и все. Ты же всеми порчи не кидаешь. Ну хер его знает, я вот буквально перед тем, как его убило, кинул звездопад по трэшу. Ну вернее, ну как бы вообще просто он откадешился, и ко мне мобы не пошли особо бить. Как он сагрил, я не знаю. Ну посмотреть, если у него урон в трэш. Если у него фул урон в лича, значит Поклонский не забрал. Если у него есть урон в трэш, значит он не... Урон в трэш есть, это проблема лок. Ну вот, бурдалаков, я не знаю зачем. Запустил. Смит Поклонский там трэш. А Шаркаря зачем он бил вообще же? Ну это, наверное, 7 порчи сделал, я не знаю, что это такое. Ну, 500 гп получил за Шаркаря. Все, вопрос закрыт, идем дальше. Трачен бы я. Не надо порчу разгонять на трэше, который милики могут заливать. Они должны его заливать по тактике. Значит... по возможности ромбик каба диспелишь хакс кружок всех шаркарей, короче, диспелите, да будет так. Их починили. Смотрим ловушку. Великий квадрат. Ма, 3 секунды выносим. Клепец. Звездочку встали. Великий ловушку перебежали. РДД зона тоже, двигайтесь немного. Ловушка, смотрим. Миленькие ловушки перебежали. РДД, двигайтесь дальше, будет чума на секунду. Встали в квадрат, миленькие. ВФ, выноси чуму. Быстрее забежал. РДД перебежали. Ты, кстати, за Инора назначал или нет? Не, все сам скажу. Можешь залить сейчас Растаршамана. Я вольгрен, исступление. Мелики, ловушка, перебежали в квадрат. Чума 3 секунды. Снимайте исступление. Хаба, чума. Ловушка 1 секунда. РДД перебежали. Каплю дал тебе попкорн. После ловушки идем все на край. Чума 3 секунды, выносим в трэш. Мелики, ловушка, перебежали, все на край идем. Белин, давай каплю. Каплю на протопала. Все на край. Один шаркарь остался, все, нету шаркаря, идеально. Так, Альтея, гимноману. Шаманы, тотемы ставим. Альдеран, Иннер, Вульгримсу. Я Вульгримсу давал, я же тебе сразу. Не страшно.
Вот длинноухий без мана останется тогда. Длинноухого фулл мана, я за всеми служу, 24 человека. Все, я спад. Давайте, в шарики играем. Пробиваем первого духа. О, вопрос из локов, кто-то замедляет каст или чего? Забыл это вам сказать перед боем. Замедляйте, проклятие косноязычие, вешайте по КД. Что урона духов мало. Третий дух проходит. Так, шар последний. Пурики, РДД, добиваем духа, все остальные в центр под босса. Звездочку становимся. Звезду быстрее. Кружок лень, ромб Альдеран, трусы поклонский. Пытку кастуем вальки. Через кружок играем. Кружок ДЦ, Эршам. Ромбик Белин, стань через кружок, прожми свой центр, всем выйти, два хила в вальках. Осквернение сейчас будет, смотрим. Баш вышел с осквернением. Добить трусы, ромб. Трусы играть. Все в трусы играем. Ромб теперь играем. Давайте рост. Все идем в центр. От лужи отходим. Там лужа с лужей ханта стыкуется. Не забегите в нее. Становимся в кружок, о, в звездочку. Лень, кружок, станешь Альдеран, ромб, трусы, поклонские, осквернение выносим к порталу, рейс смещается к трону. Вальки пошли, выбежали, выбежались. А кто голы выбежала? Так, кто... Играйте в лича, короче. Два лока схватило, в лича играем. Кружок можно было бы разбить, ёбаный в рот. Разбили. Ну, так. Блин, я не среагировал. Играйте в лича, все на дистанцию вышли. Осквернение сейчас будет 9 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Осквернение. Ой. Давайте, оббежали все в центр. Любыми способами в центр. Первая лужа сейчас пропадет. Звездочку становимся. По команде сливаем вальки. Играем в трусы. Трусы. Играем в трусы. Пиздатые пацаны. С центра всем вышли. Вышли все с центра. Осквернение будет 3 секунды. Осквернение все центр. Становимся как на первых валях. Игнеры заливайте заново. Альдеран, Вульгримс, Триси, Нухом. Станем как да, станем. Да, я Ульгримса уже задел чуть-чуть. Сейчас перед Раем сказал, что я буду Ульгримсу лить. Звезды, сейчас играем вальки. Станем вальки и отходим от них. Осквернение сейчас будет. Это полностью. Играем через кружок. Трусы протопал. Ром. Пока. Нормально, короче, попробуем. Кто разлил его? Сейчас посмотрю. Осквернение Вульгримс. Осквернение 3 секунды. На рейндж выходим. Веди лича в центр. 3%. Встали в звездочку. В центр все. Альте, осквернение. Падает, походу. Давай, на край, веди лича, все за звездочкой идем. Минус 6, минус эрдру, минус протопал. Да нормально, Войт, я думаю, там затанчит духов, если что. Жаем точно в кружок, кресты бейте, шарики. Ну чтобы люди просто становились за него, да и все. Shadow DC гимноману. Третьего на пуль лень, четвертого на акс.
Квадрат не бить, играем в кружок только. Престыша рыбьем. Все, играем в квадрат теперь. Я по диспелю. Локи, кидайте на духа проклятие косноязычие. Играем только квадрат, кружок не бить. Рейндж набрали. Бейте сферы. Кружок только играем. Квадрат не бить. Все, не бейте духов. Духов не бить. Сферку добить. Сферку добить. Сферу добить. Так, сколько у кружка, сколько хп? Стали в звездочку. 1,8. Миллион восемь. Звездопад даем, иссушение. Два шамана ДЦ должны спокойно захилить это все. Сбежали за угол. Там здесь никто сейчас духов не бьет, никто лича не бьет. Один танк в рейде. Кирышит СС на Войда. Я похлопаю духов по возможности. Играйте в кружок. Кружок быстрее. Уводи все это дерьмо на трон, я взрываю духов. Иду полукругом. Каплю даю тебе. Кружок бить, потом квадрат играем. Все в квадрат играем, ушли с-под духов все. Осквернение 2 секунды. Взрывал духов. На другой край идем, квадрат играем. Квадрат добили. Белин каплю на Войда. Так. Теперь задача пистовая. Взрывайте духов. Давайте или нет, как? Тут стали в звездочку. Я буду жопой взрывать, там смотрите, прячьтесь за лечом ровно. Стали в звездочку. Дал мастер аур. Буду аккуратно по-медленному. Килевую рейд флешкой. Сейчас мы выйдем с комнаты. Пойдет осквернение, духи пойдут у нас. Мы прячемся все возле лича. Идем к порталу, короче. К порталу. Все к порталу сейчас идем. К порталу, к порталу. Видите, где портал? Листы, взрывайте духов. Пучки прожали и взрывайте духов. Прячьтесь за лича все. Спрятались за лича. Осквернение выносим сейчас. 5 секунд. Вы догоняйте. 1 секунда осквернения. Череп отошли. Встаньте у ступенек. Прятались за лича, сейчас БДК будет взрывать. Духов каплю даю. Иди взрывай, я тебе каплю дал. Хотите под духов стоять. Все ушли к порталу. Стали звездочку. Побежали далеко. По стеночке.
стоим здесь. Звездочки стоим. Ушли все от духов к порталу. К порталу все. Прячемся за лича. Ушли все. Кресты взрывают духов. Белли, не слезь, капля, давай на Войда. Не надо, не надо, не надо. Да. Нормально. Вернение 5 секунд. 3. Два. Прячемся за лича. Капля скоро откатится. Фианка хильте. Так. По идее, последняя комната. После комнаты этой даем рост, заливаем лича. Звездочку встали. Вы пришли, чтобы вершить суд над Артасом, чтобы уничтожить короля лича. Духов поактивнее бейте, близко летят крейды. Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим... Убежали. Все идем к порталу. Рей становится у портала и дается рост. Прятались за лича. Тотемы, тотемы и рост. Вернение 3 секунды. Да не веди, сейчас убьем уже, блядь. Изменение миллизона. 2 ляма. Все, не веди теперь. Сейчас берса будет. Не будет берсы. Воид толптанк. Величайшие герои Азерота. Вы преодолели все препятствия, которые воздвиг. ГП Альтея, ВВ и Вульвиуса. Тупо вышло 3 лужи, 3 кривые лужи. И ровные, один ровный танк, ебать. Вы отмякиш. Что движет вами? Праведность. Им за сколько прошли? 1:54, спасибо Войду, что спас ваши дохли. Два зова падает, забира. И отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. А гипсы это. А, Never Believe Gipsis, типа ты имеешь в виду? Ну да. Ну это. Сумасшедшие люди, как не, они нормальные, может быть. Но. Я не ходил никогда с этой гильдией. Просто лог, смотри, просто цель. РДД вообще не подразумевает никак, им бить трэш не нужно. Разгонять ты, то есть, ну, впустую. Тебе не нужно разгонять дома. Это не подразумевается игрой. Милики, вот фурики, ретрики, коты, АДК, у них подразумевается дамаг АОЕшный в трэш, вот в этих вурдалаках, которые с личом рядом появляются. У Лока это, ну, это не нужно, нужно переводить лича, процентную переходку, переводить ты должен... Ну да, то есть если ты не теряешь какую-то там ГКД, то можно там ебашить тем же рассекающим, как фурики, да. Но, блин, тратить Локом порчу всякие эти, это бред. Да, это ты считай 20-30 тысяч от стрелы тьмы потерял в лича. То есть ты его лича меньше даешь. Невозможно. И... Ну, по сути, не должно быть таких ситуаций, чтобы протопал с РДД забирал. РДД, потому что не должны бить вурдалаков.
Наконец я свободен. Все кончено, сын мой. Чё ты разбил? Может живая бомба хлопнуть тебе тут на личе? Только так. Ну живая, да. Поднимитесь, воины света! Кот, кстати. Это по чистый урон по личу и по валькам. Да, полинкуйте там, чё по духам в комнате, кстати, интересно. Вальки. Чё там ещё? Вальки. Зловещий дух. Ильич. Полинкуйте там скаду. Два фаленраш, вот это я понимаю. Да ладно. Прикольно. Фаленраш. Почему я не хентом пошел? А че упало-то? Два фаленраш, и никому не надо они. Ну хаба ролит, Накс ролит. КЦ. Аркус. Аркус много кому нужен? Так, завалил. Что Аркус упал вообще. Так у хабы с Наксом с обычки вроде как я смотрю Фаленраш. У что, у того, что другого. Хаба с Наксом прибарахлились, нихуя себе. Два ханда, два Фаленраша. Так, конь. Поклонский ГЦ. Поклонского нету коня? Ну, уж много разных поклонских. Там. У него столько поклонских, но... Что у воида, воидов, блядь? Сколько его паладинов? Защитник еще ролим. Ну, два точно паладина у него. Что вы там еще убили? Младин. Да, Ваня, привет. Резко будешь тебе? Мы ватели ролим. Да я его прави лучше. Трейд кинешь, да. Ролима опять рыбалит, ты не видел рола. Переносная дыра в пространстве, блядь. Смешно так звучит. Дыра, блядь, переносная. Дайте звезде трет, дам вещь. Защитник больше никому не нужен. Трейд отдам. Кто голы и этот Динухи? А Джелли с кем была в рейде? Ее не было в рейде. Стою в Далбанке, отдам токены.